Джейк, ну что, скажите, пожалуйста, как, откуда шли? И... Я шел со стороны Блино на дачу к себе. И вот увидал ребенка здесь лежит. Он палкой защищался от собак. Тут дело около 5 собак было. Вот, нападали на него. Ну, я пришлось, значит, их отогнать. Чем вот. Отгоняли? Что у вас у меня зонт был в руках. Ну, он такой длинный. Вот. Но я их особо не боюсь, поэтому я их тут отогнал. Но они, в общем-то, опять бежали. И он попросил, ребенок-то в сознании был, попросил, чтобы я не отходил. Вот. Я спросил даже имя его, Ярослав зовут. 9 лет. Дальнейшее что сделали? Вызвали скорую? Вызвал я скорую, вызвал, значит, полицию, вызвал МЧС. Вот. И вот, значит, таким образом около него стоял. А собаки опять бежали, да. Вроде как бросались на меня, я их опять отбивал. Вот. Он, конечно, весь израненный был. Вот. Одежда изодрана вся была у него. Вот. Потом что, приехала скорая, МЧС приехал, забрали его. Он в сознании находился? В сознании, да. В сознании, да. Он сильно был изранен. Изранен, голова у него откушена. Вот. Ноги, по-моему, руки у него. Так. Скажите, пожалуйста, проблема с собак здесь давно была? Вот давно, проблема с собаками давно. Вот. Бабушки здесь ходят, их прикармливают, видать, боятся от того, что, значит, собаки-то их прикармливают, чтобы они их не трогали. Вот так. Спасибо вам большое. Не за что. Извините, пожалуйста, мы вас побеспокоили. Да не за что. Зашлись, я заберу. Да.